concentrate. Came here to get this money straight. Shorty wanna fornicate, that's why she tryna congregate. Stare me up and down the chat, she wanna lick me through the rap. Tryna see what's good with that, cause honestly that ass is fat. It's round and fat, I'm down with that. Down to snack, down to smash. Find a place to crush me, we got lucky at the laundromat. Ladies folding clothes and shit. Mad decent exposure. Всем привет, братья и сестры! На связи отец Евген. Добро пожаловать на Голодные игры. Для тех, кто на моем канале впервые, объясняю. Голодные игры — это самые мотиво-крутые турниры по Free Fire от отца Евгена. То есть, меня. Сегодня у нас, друзья, с вами первый платный до-турнир по Free Fire с призовым фондом 2000 рублей. Нихуя себе! Да, 2000 рублей. Никаких алмазов, только бабки. Только налик, только на киви от отца Евгена. На сегодняшний турнир я приготовил вот такую вот интересненькую табличку. Как ты можешь видеть, у нас в турнире сегодня участвуют 20 команд по 2 человека, то есть всего 40 человек. Всего у нас 3 раунда. Очки между командами после каждого раунда будут распределяться по 2 категориям. Первая категория очков — это то, какое место заняла команда. То есть, если команда в раунде займет первое место, она получит 450 очков. Если второе — 360, за третье место — 310 очков и так далее до 24 места. Также будут начисляться всем командам очки за киллы. За каждый килл, сделанный в раунде, команда будет получать 20 очков. Ну и пока мы, братик, с тобой ждем начала турнира, давай я тебе немножечко расскажу про его организацию. Стоимость турнира в моей группе составляет 50 рублей за человека или 100 рублей за команду. Все ребята, которые оплачивают вход на турнир, добавляют со мной специально созданный чат, который ты видишь сейчас на экране. Вот он. Именно здесь сидят капитаны команд. Если бы вы знали, какие баталии происходят в этом чате, поверьте, вы бы просто охренели. Вчера ночью, за день до турнира, тут ребята просто разосрались как могли. Я сидел, ехал в такси, читал и просто угорал, и не могу представить, что ждет их сегодня. Все ребята, которые заходят на мой турнир, добавляются вот в такие чаты. Здесь есть правила проведения, описан весь процесс, даны точные рекомендации, куда лучше прыгать, как что делать, какие-то советы игрокам. Ребята знакомятся, добавляют друг друга в друзья. Поэтому, кто хочет принять участие в подобном турнире, ссылочка на мою группу в описании. Все правила, куда кому писать, все написано там. Ну а мы ждем начала. Все, ребятки, отправляю. Номер комнаты, ID и пароль. Йоу, всем, пацаны. Желаю вам удачи. Давайте расскажу, пока мы ждем всех команды, что у нас по призовому фонду. Призовой фонд у нас 2000 рублей. За первое место ребята получают 1000 рублей. За второе 600, за третье 300. Ну и 100 рублей я накину кому-нибудь. Шикарно! Заебись! Вы все будете в моем видео, пацаны. Передаю своему соседу Артему привет. Раунд 1. Бля. Все, ребятки, первая карта — Кавахари. В этом турнире участвует несколько постоянников, которые постоянно играют в моих комнатах, на моих стримах. Блэкпончик, если вы смотрите мои стримы, вы по-любому его помните. 113, это мой родной брат Толик. Большинство из этих игроков, они перед турниром писали, что ни хрена не знают про карту Кавахари. Я их, конечно же, понимаю, потому что я сам в Кавахари играю не особо много. Но это было сделано специально, целенаправленно. Первая такая вот разминочная карточка, где каждый может показать себя. Смотри, Сахар танцует, блин. У нас уже вынесли одного. В шестой команде у Офника уже вынесли Амстафа, тоже постоянный человек на наших стримах. Его тиммейт Офник остался один. Если честно, мне кажется, умереть в самом начале раунда — это очень обидно. Тысленок здесь прячется у нас. Первый килл есть у Реф Дельты. Они уже заработали 20 очков. Напоминаю, что за каждый килл команда получает 20 очков. У 17 команды уже 40 очков. У них 2 килла. Так, ребятки, смотри, прячутся под кактусом, стреляют там по кому-то. Вроде бы положили. Нет, 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 там поставили стеночку. Все, они решили не вмешиваться в драку и просто убегают. ПК Низ остался один. Сочувствую тебе, братан, давай тащи, тебе нужно продержаться. Чем дольше ты продержишься, тем больше очков получит твоя команда. Скажу честно, если бы меня спросили, за кого ты болеешь в этом турнире, я скажу, болею за Толика. Потому что он мой родной младший брат, а вы обязательно напишите в комментариях, за кого болеете вы. И потом в конце видео посмотрим, оказались ли вы правы. Так, так, смотри, 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 у Саида враг здесь. Прям за ящиком. Давай, выходи, стреляй. Давай, 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 стреляй. Делай килл. Молодец, положу, положу, сзади, сзади, сзади. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, смотри, смотри, так, тиммейт здесь. Тиммейт его здесь. Зарабатывает килл. Его положили, к сожалению. Так, 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 его тиммейт там выручит? Нет, он не выручил, Саида вынесли.
Его тиммейт что-то затупил, не смог спасти братишку. Не получилось, не фартануло. Хайп в очень нехорошем положении. Они сейчас... Нет, один на один не сойдутся. Его враг предпочел сгаситься. У нас также участвует в турнире 3G пила. Несколько раз этот человек уже выигрывал на моих стримах. Если мне не изменяет память, он 2 раза выигрывал в моих комнатах на стримах. Посмотрим, как ему повезет в этот раз. Он до начала турнира, если вы видели, что он писал в чате, просто говорил ребятам: я вас всех вынесу, вам всем пизда, я этот турнир возьму, бойтесь меня. Ну посмотрим, сдержит ли он свое обещание. Конечно нет. Ребята играют в закрытую. Каждый из них не идет стреляться, все стараются держаться где-то в краях, где-то в палаточках, в помещениях и просто не выходят. Потому что играть сыкотно. Я их понимаю, скорее всего, я бы делал точно так же. Смотрим, 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 вот там высматривает наверху кого-то, смотри, вот она заводит. Мне кажется, ты по нему пончик не попадешь, давай беги лучше к своему тиммейту. У безымянного человека у нас 2 килла, 40 очков он принес команде, его тиммейт, к сожалению, сдох. Чоко 1 килл, у свинки 0. Жена 0. Остается 26 человек, 14 человек уже погибли. Большинство команд еще до сих пор в полном составе. У некоторых ребят, у некоторых их положили. Ох ты, вот не надо было высовываться. Все, кто-то тебя убил. Кто там? О-о-о-о, это Толик, это был Толик. Вынес только что на ваших глазах всю команду в одного. Ребята, кто погиб в первом раунде, не расстраивайтесь. Это лишь первый раунд. Тысленок получает по заднице, прятается за лодочку, бежит к своему товарищу. Он у него здесь лежит, бедненький, раненый, поднимает его. Так, поднял своего тиммейта. Фантом, скажи потом обязательно Тысленку спасибо. Вон они, засоны прям. Он в очень херовом положении, ты можешь его сейчас добить. Прям вполне... Как так, Тысленок? Ой, как так? А его тиммейт, смотри, убежал. Просто убежал и кинул своего. Бежит поднимать его. Сможет? Тысленок, успеешь полекаться-то? Зона все-таки бьет. Смотри, а бежать далековато. Ох, блядь, потно, пацаны. Пипец, как потно. Остается 17 человек в живых, и потихонечку наша карта идет к своему логическому завершению. Это обходит и хочет сделать сейчас скиллы, видимо. Так, осторожно, смотри, не торопится. Но мне кажется, они спрыгнули вниз, братан. Слышал только что шаги. Так, ой-ой-ой, прямо рядом с ним, смотри. Успевает поставить стенку. Пипец, ой-ой-ой, к сожалению, вынесли тебя, братик, сочувствуйте. Его вынес йогурт. 15-я команда сделала уже 5 киллов. Это прям... рекорд, я смотрю, да? 100 очков для своей команды они уже заработали. Попал в хэт, но не положил, по-моему, или положил? Положил или не положил его, я не понял. Нет. Да, положил, уже точно положил. Сделал килл. И сейчас еще сделает один, да? По стенке херачит, но по нему стреляют справа. И не успевает он сделать. У него уже 4 килла. Прячется за колонну. Очень невыгодная позиция, потому что зона сейчас будет сзади идти. А им нужно бежать в зону. А в зоне их уже поджидают. Стреляют по стенке, выбивают. Давай, добивай. Прячется за пальму, но мне кажется, это, братан, это безысходность. Ты сейчас умрешь от зоны, скорее всего. Кто бы ты там ни был, но ты сейчас от зоны, мне кажется, сдохнешь. У Толика тем временем 3 килла. Он делает еще 1 килл. А, это Крош сделал килл. У них 5 киллов на команду. 100 очков они уже заработали. Крош сделал еще 1 килл. Они, мне кажется, затащат сейчас. Первый раунд будет за ними, мне кажется. Так, у Толика 4 килл. Суммарно 7 киллов. Крош отстреливается, сделал еще 1 килл. 8 киллов у ребят. Просто пиздец, выносит одного за другим. Офник прячется за контейнером. Там вот у нас на платформе бегает Толик с Крошем. Офник не высовывается. В живых 4 человека. 3 команды, вот они. Дельта, Офник и Толик с Крошем. Ну, я думаю, явные претенденты на победу. Это вторая команда Толик и Крош. Спасибо, Кэп. Офник не высовывается, очкует выйти. Дельта прячется. У Дельты очень невыгодная позиция. Смотри, как он стоит просто за этой хренью бетона. Ему некуда уже. Все, ему хана. Ему деваться некуда. Все, Толик его устраняет. Остается Офник, Толик и Крош. Офник выходит в бой. Выходит просто в бой. И они его убивают. В первом раунде затащил Толик и Крош. Пацаны, 5 киллов у Кроша и 5 киллов у Толика. И победный полет на дельтаплане. Супер, охрененно, пацаны. Первый раунд завершился. Мне сейчас нужно сфоткать результаты. Потом я поставлю эти результаты на видео. Результаты первого раунда я сфоткал. Ребята провели охренительный раунд. Мне очень сильно понравилось. Отпишитесь в комментариях, как вам первый раунд. Пила, как ты там, дорогой? Я говорю, Пила за день до этого всем понтовался, что он вывезет эту комнату. Бойтесь меня, я 3G Пила, лучший игрок Free Fire.
я за день до этого писал: пила, не выебывайся, Толик тебя вынесет. И смотрите, пророчество сбылось, Толик вынес. Создаем следующую комнату. Второй раунд, ребята. Второй раунд у нас будет на чистилище. Так, чистилище, раунд 2. Дуо, 3 семерки, классика, 48, наблюдатель 1. Это я. Все, создаем комнату. Сейчас у ребят 5 минут перерывчик, чтобы немножечко выдохнуть, привести нервы свои в порядок. Я уверен, сейчас многие из них, у них сердце просто колотится вот так вот, блин. Пока нет, кроша, скинь, не спамьте. Все, у ребят просто эмоции зашкаливают. Поехали, второй раунд, пацаны, хватит там сраться, давайте. Второй раунд, ребят. Раунд 2, мазафака. Кто там пишет? Пивы один из скол, даже у Смайла нету 61%, Смайл бота, о, Смайл петух. Тут просто все угорают друг за другом. Вы смотрите, что творится у них в чате. Пила тут что-то понтуется, что у него якобы там 63%, даже у Смайла столько нет, я играю круче Смайла. Пила, ну херали в ты первый раунд тогда не затащил, блин, если ты такой крутой игрок, ё-моё. Так, остается минута до начала, у нас жена горит оранжевым, она не скачала чистилище, сейчас, возможно, она не попадет во второй раунд. Да, придется забанить, все, к сожалению, пятая команда остается без тиммейта. Поехали. Второй раунд, к сожалению, жена, ты вылетаешь. Когда ты посмотришь это видео, знай, не моя проблема, что ты не скачала комнату. Было более чем достаточно времени, чтобы скачать новую карту, эту чистилище. Ты, к сожалению, этого не сделала. Я не мог начать комнату, не кикнув тебя. Извини, если что. Эту карту уже ребята знают намного лучше, чем Кавахари, потому что по-любому на чистилище играют гораздо чаще, чем на Кавахари. Поэтому, я думаю, многим здесь играть будет намного легче. А Заза спускаются вниз, Пила и Король тоже спускаются, Амстав с Софником спускаются, Свинка приземлился, заходит в дом. Лутаться у нас 44 человека. Почему 44, я не знаю, потому что должно быть 40. Так, ребятки, извините, пожалуйста, что я прерываю просмотр данного видеоролика, но я считаю, нужно обязательно высказаться по поводу сложившейся ситуации во втором раунде. После второго раунда ребята начали возникать, что в этой комнате были левые люди. Да, действительно, кто-то из нашего чата пригласил 4 левых людей. И многие хотели, чтобы была переигровка. Но раунд был засчитан, потому что когда я вел подсчет очков, я увидел, что люди, которые были в этой комнате левые, они даже не сделали киллов. То есть ребята их вынесли в самом начале катки. Поэтому раунд был засчитан. Многие там писали, что меня убил левый человек. Нет, это не так. Я все проверил и посмотрел. Вот он, скриншот у вас на экране. Люди, которые были левые в этой комнате, они слились в самом начале катки. Поэтому раунд будет засчитан. Это я сейчас обратился к тем, кто начнет в комментариях бомбить, почему раунд был засчитан, если там были левые люди. Так, Дракота с Кенза в домике. Тысленок с Фантомом тоже лутаются. Приземлили сюда вот на заводе. 113-й с Крошем уже сделали первый килл. Не успели пацаны приземлиться, у них уже килл. Они прыгнули в Бразилию. Обычно на чистилище в Бразилии самое пекло, пацаны. Они вот решили прыгнуть сюда. Ну, я думаю, они профи. Они затащили, блин, прошлый раунд. И мне кажется, им не страшно. Вообще ни хера. Конечно нет. Стреляется Толик. Смотри, стреляется, стреляется. Крош снизу. Крош, 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 помогай Толику наверху. Крош идет рашить. Вниз. Подожди, 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 Толик стреляет, Крош обходит. Крош, 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 к сожалению, Кроша положили, просто положили. Смотри, Толик идет на помощь. Толик, Толик, Толик. Молодец, Толя, Толя, поднимай Кроша. Толя ставит стенку, идет добивать. Ой-ой-ой, как, смотри, смотри, сейчас сольются, кажется, сейчас сольются они. К сожалению, кажется, Толик сейчас сольется. Все, Толя убегает. Крош там истекает бедной кровью. Кроша убили, Толика убили. Ну, я думаю, они профи, они затащили, блин, прошлый раунд. И мне кажется, им не страшно вообще ни хера. Хер тебе в рыло, сраный урод! Нова Каин и Хард Виталя убили тех, кто затащил первый раунд. Они умерли одни из самых первых, пацаны. Я даже подумать не мог, что они во втором раунде сольются в самом начале. Никогда не знаешь, как будет раунд. В первом раунде вам может вести, а во втором раунде вы можете вот так вот слиться. Даже если вы топовые игроки. Мне кажется, их ошибка была в том, что они прыгнули в Бразилию, в самое пекло. Мне кажется, когда ты играешь... Так, так, смотри, делает Свинка килл. Свинка у нас один. Его тиммейта в этом раунде нет, и он в одного уже сделал 2 килла.
В живых у нас 34. Я думаю, что в таких турнирах нужно прыгать не в пекло, нужно прыгать в края карты и там лутаться, и потом уже смещаться в центр, либо идти вместе с зоной. Куда пойдет зона, туда идете и вы. Но мне кажется, я бы придерживался именно такой стратегии, если бы я был на месте игроков. Я бы прыгал куда-то в крашек и потом шел в центр. Уже весь залутан, и мне бы было ничего не страшно. Но ребята предпочли прыгнуть в центр. И вот за эту ошибку они поплатились. Так, пила у нас, тем не менее, слился. Человек, который говорил, что он проигрок, слился тоже один из первых. Его тиммейт 3G Король бежит без своего тиммейта. Они даже, кстати, в специальных турнирах одинаково оделись. У них у обоих вот эти белые плащи. Киллер, один килл. Вот тиммейта 0. Ребята опять играют в закрытую. Многие из них предпочитают не высовываться, прячутся где-то в домиках, где-то на краешек карты. Я считаю, это правильная стратегия, когда ты играешь в турнире на бабки, ну или в каком-то другом серьезном турнире, где не по фану вы собираетесь, где есть турнирная таблица, сетка. Мне кажется, нужна более продуманная стратегия. Это, кстати, как раз... Видишь, что я за ним смотрю, и выебывается. Это как раз из тех случаев, когда можно крысить, когда можно и нужно крысить. Да, крысить — это, конечно, зашкварно, но когда ты двигаешься по турнирной сетке вверх, это просто необходимо. Киллер с Никитой за зоной. О, ребята, у него дельтаплан есть. Саид, взяли тачку со своим тиммейтом и поехали в зону. Этот раунд уже такой более спокойненький. Никто не лезет в перестрелку, все прячутся. Первый раунд был таким у нас разминочным. Каждый из игроков посмотрел, кто как играет. После первого раунда у них уже, я думаю, появилась какая-то у каждого стратегия. Каждый уже знает, на что способен их тиммейт. И они лишний раз не суются на рожон. Фантом у нас аирдроп решил залутать. Десленок. Его тиммейт тоже где-то там бегает, что-то, блядь, что они тут бегают, грибы собирают, что ли, я не понимаю. Никита, что-то там с кем-то стреляется, и вот, что происходит, что-то там, кто-то есть или что? Что он стреляет? О, смотри, он забежал прям к ним в контейнер, охренеть! Поставил стенку, бедный от избуга, и не знает, что делать. Блин, дурачок, надо было, блин, стоять с оружием наготове, они сейчас стенку расстречали и сразу стреляй, блин. Так, киллер утает дроп чей-то. Смотри, оба из гильдии какой-то Sky. Я не знаю, что это за гильдия, но, видимо, какая-то топовая. Наверное. 23 у нас живых. Свинку вынесли. Чока, Милк и Сахара вынесли. К ним залетел кто-то с дробашом, смотри. Вынесли. Кенза остается один. Он решил убежать из дома, бросил своего тиммейта, прячется за дерево. Ребята остались в доме, которые только что вынесли его тиммейта. Вон он стреляет, смотрит на первом этаже. Не высовывается. Он сидит просто на очке. Его братишку только что убили. Что делать? Остается один. Он стреляет по нему, смотри, с другого дома. Поставил стенку. Спалил свое местоположение, но все, хана. Это хана. Минус Кенза. Его убил Азаза. У них с Блэкпончиком уже 4 килла на двоих. Рев, Дельта и Ковид тоже 4 килла. Новокаин и Харт Виталия, у них 3 килла на команду. АМГ Флай, они где-то на берегу, смотри, сидят в доме. Предпочитают не высовываться и додержаться до последнего. Это, кстати, одна из рабочих стратегий. Когда много очков дают, у нас же в системе, вы видели, я показывал, чем больше места ты занимаешь в топе, тем больше очков получаешь. Поэтому некоторые ребята предпочитают не делать киллы и не высовываться. И дожить до конца раунда. Доживя они до конца раунда, они заработают гораздо больше очков, чем если бы они сделали киллы и сдохли бы одними из первых. Как это было с Толиком и с Крошем, мать их, блядь, я за них болел. Так. Смотри, перестрелочка у Ковида. Делает килл, сделал килл, у него третий килл. 5 киллов на команду. Там тиммейт того, кого грохнули, пытается отомстить за братика своего. Стреляет. Поставил стеночку, лечится, играет за Авока. Тиммейт отстреливается. Но, ребята, там еще не забывайте, воюют между собой. Там они с Пончиком. С Пончиком нет? Нет, Пончик, они спустились, смотри, на вышку. Да, они перешли на другой берег, они там стреляются. Да, они с другого берега, смотри, кого-то под мостом выцепляют. Выстреливает стеночку, сейчас ее пробьет. Убегает игрок. На мост побежал. Дельта встречает, смотри. Ой, какая заруба, пацаны, просто пиздец. 4 килла, 8 киллов уже сделали ребята. Охренительно, пацаны. Раунд близится к своему логическому завершению. Выцепляет еще одну команду, стреляет по ним. Они там за зоной. Стреляет. Сейчас, кажется, положит. Убил, все. По 5 киллов у ребят. 10 киллов сделали. Новокаин 1 килл. У Виталия 3 килла. Живых 8 человек, 4 команды остается у нас живых. У 10 команды, вот они, зашли в топ-4, они вообще не стреляют. Если кто-то к ним едет, стреляет, рубит тачку. Все, он зарубил тачку, стреляет, ставит стенку, пацаны. Перестрелка жесткая, кидает гранату, смотри. Стреляет, сейчас заходит в дом, он поставил стенку, не пускает, отстреливается.
Пиздец, он никого не положил с дробаша. Так, вот тиммейта входит в дом, стреляет, положил кого-то. Сейчас положит второго, кажется. Убил, сделали килл. Одного убили. Второй тиммейт там прячется за домом. Кто это? Кто это? Это Азаза. Это только что пончика вынесли. Азаза прячется, смотри, бежит под низом. Под низом. Бля, пиздец, я сам волнуюсь, как будто это я играю. Охренеть, смотри. Ложит, ложит. Тиммейт, тиммейт, тиммейт. Тиммейт все-таки добивает. Охренеть. Не успеет поднять? Успеет. Охуеть, ты посмотри, как он вовремя просто поставил стенку и спас своего тиммейта. Охренеть, вот это пот, пацаны. Боюсь представить, что будет в третьем раунде, блин. Все, стреляются, три команды остаются в живых. Кто-то там у нас за стеночкой. Это Реф, Дельта и Ковид. Они в очень нехорошем положении. С двух сторон по ним стреляют. Отстреливаются как могут. О, положили тиммейта. Он со всех сторон забаррикадировался. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Смотри, с двух сторон ставит стенки. Стенки рушат, стреляют по ним. Но Вакаин тоже тиммейта положили. Поднимает его потихонечку. Так, AMG5, они там стреляют по стенкам с берега. Ирыс непонятно чем занимается. Иди помогай брату своему, ё-моё. Тиммейта у него убили. Ставит стенку. Братик, тебе главное продержаться. Стреляет, стреляет, стреляет. Смотри, 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 как он... Положил. Смог положить, но не успел сделать килл. Он просто не успел сделать... Это как? У тех ребят, смотри, 5-6 киллов? Вот о чем я и говорю, пацаны. Они всю катку сидели в доме. Они просто всю катку, у них было 0 киллов. Они всю катку сидели в доме и просто, ну, не высовывались, по сути. Так, я сейчас сделаю фоточки и продолжу комментировать. Братик, извини еще разульку, что я вновь прервал просмотр этого видео, но у меня для тебя есть отличные новости. Халявная раздача алмазов в Free Fire. Сейчас монтировал видео и думаю, а почему бы не разыграть, ведь вы все любите мои конкурсы. Короче, прямо сейчас ставь лайк этому видео и напиши любой комментарий под ним. В своем следующем видеоролике я рандомно выберу 3 человек среди комментаторов, кому подарю по 1000 алмазов. 3 победителя по 1000 алмазов. Донатить, как обычно, буду через Гарену по ID, поэтому не забудь его написать в своем комменте. И да, если ты не подписан на канал, рандом тебя не выберет. Ну, я думаю, это и так понятно. Раунд 3. Да-да, 3. Третий раунд. Все, заключительная катка. Третий раунд, и после этого раунда начинаем подсчет голосов. И узнаем, кто в сегодняшних голодных играх победил. Я до сих пор болею за Толика. Толик, блядь, не подвиньте. 3G пива приземлились, у них тут, смотри, Махич. Махич, он на кулаках идет, пипец. Ребят, вот о чем я говорю, не нужно. Если вы по турнирной сетке идете, у вас турнир, не нужно приземляться в самый центр, в самый вот эпик. Не надо сюда приземляться. Пива, смотри, херачит Олег. Ой-ой-ой, все, минус пива. Проигрок, который понтовался всех больше. 4 хп остается. Бежит, бежит, дорогой. Убегает от дробаша. Минус пила, братик. И ты после этого говоришь, что ты круто играешь, а его тиммейт решил слинять. Жена, к сожалению, не играла во втором раунде, потому что у нее была скачана карта, мне пришлось ее кикнуть. Свинка мне аж написал гневные сообщения. А тебя все фиг, ты пидорас. Братик, правило есть правило. Пончик с Пейном. Стреляются туда они. С кем-то они там воюют. О, смотри, 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 воюют, воюют, воюют. И там вот, смотри, два динозавра сошлись. Парк юрского периода, делают киллы. У Пейн Азаза 3 килла. Ну, Бэкпончик вылазит чисто за счет своего тиммейта. Он знал, кого позвать. Это они сейчас вроде бы вынесли Офника и Эмстаф. 28 человек. Карта прям началась очень динамично. Хайп, 0 киллов. Крош с Толиком едут на пикапе на пик. На пике мы помним, что есть люди. Только что там была какая-то заварушка. Они сейчас едут на пик. О-о-о, смотри, 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 смотри. Крош делает килл. Убивает он кого-то, у них первый килл с Толиком. Я думал, сейчас Крош на самом деле вынес, у меня аж сердце чуть не остановилось. Ковид с кем-то стреляется, у него там перестрелка, да? Смотри, выбегает, ложит, ложит кого-то, ищет второго тиммейта, не дожидается второго тиммейта, убивает свою жертву. Тиммейт, тиммейт, сзади, сзади, сзади! Успевает поставить стенку, за стенкой прячется, кидает гранату, тот кидает ему гранату в ответку, оббегает, ранил гранатой. Он положил дельту, дельта лежит. Убивают дельту, и Ковид отомстил за своего братика. Но остается один. Катка очень потная, пацаны. Посмотрите, просто ребята готовы рвать ради того, чтобы победить. Аза с пончиком прячутся в доме. Свинка с женой тоже бегают. Смотри-ка, накрыю карты, накрыю зоны. В живых у нас 23 человека. Кто-то мне там пишет ВКонтакте. Видимо, у ребят бомбит. Просто пипец война.
стреляют по крошу столиком, встречают их, смотри, на Клоктауэре. Кто это там? Толика вынесли. Минус Толик, Крош остается один. Толя, ну ты чё? Карт с каши один, стреляет по кому-то в доме. Все, они зажали его в доме, кидают гранаты. Вот смотри, тиммейт кинул гранату, убил он его, нет? Нет, прячется в доме. У ребят, видимо, нет гранат, чтобы кинуть, да? Ну что ж ты не можешь его убить-то? Да, убили. Ты слёнок с фантом. У них один килл, фантом убил Толика. Это они здесь были. Но Крош остался в живых. Крош, смотри, прячется за часовней, вот в этом, за заборчиком, высматривает их, как раз таки стоит. Они, видимо, ищут Кроша. Вот на этой тачке приехал Толик с Крошем. Вот он, труп Толика. Сейчас они залутают его. Пончик 0, у его тиммейта по-прежнему 3 килла. Тащер 0. Крейзи Рауп 1. Так, у них там внизу перестрелка, смотри, кто-то там внизу стреляется. Вон, забегать, да помогай тиммейту своему, молодец. А Тача решил спрыгнуть, но его тиммейт, опа-на, там стенку что ли поставил он? Смотри, там стенку, оказывается, там их там двое было. Да, он спрыгнул вниз, смотри, сейчас будет ждать. Что-то я не врубаюсь, он его ищет, смотри, бег, на втором этаже он. Тача, в твоем доме, ну заходи ты в дом, дурак. Почему, зачем ты стоишь на крыше, господи? Блять, твой тиммейт там в одного, а ты стоишь как дебил на крыше. Что ты стоишь-то, боишься? Так, он идет наверх, смотри. Он стреляет по нему. Блять, вот о чем я и говорю, ну пипец ты, просто твоего тиммейта херачит, а ты где-то уходишь. Вам нужно держаться вдвоем, вы команда, почему ты ничего не делаешь? Все, тиммейта его, к сожалению, убили. В живых у нас 16 человек. Вон, он видит его, стреляет, их там двое, ну все, ты не вывезешь, братик, это бесполезно, тебя убьют. Тем временем, ковид у нас прячется, смотри, на вышке. Возле него там кто-то вызвал посылочку, либо это вызвал ее он. Здесь у нас Никита с киллером приехали к дропу. Садятся в тачку, едут дальше. Харда Каши 2 килла. У Двороха 1 килл у его тиммейта. Суммарно у них 3 килла. У Кроша 1 килл. Он предпочел не высовываться. Ему нужно сейчас дожить. Если он сейчас зайдет в топ-3, то у них будут все шансы попасть в 3 призовых места с Толиком. Потому что первый раунд они затащили. Блин, он вообще, у него не очень позиция на самом деле. Сейчас в открытую будет бежать. На этой вышке вроде кто-то сидит. Ворох возле вышки. Акаши, его тиммейт с ним. Блять, охереть, он бессмертный. Смотри, как ему везет. Ребята там все на вышках сидят, и они просто не видят, что он бежит сейчас. Идиоты! Вы могли просто его вынести на изи сейчас, но он просто пробежал на раз-два. Ворох. Вон, он видит Кроша сейчас, да? Да, это Крош. Он его видит, но не стреляет по нему. Две стенки стоят справа, но он не вмешивается. Ребята вот тут бегут. Выстрелы наверху. Стреляются. О, положили кого-то. Кого-то положили, выносит. Смотри, тиммейт просто убегает, не знает, что делать. Делает второй килл, Дворох. Он сейчас забежал от испугу, бедненький, в домик. Сидит, не знает, что ему делать. Лекается. Братик, пипец, себе не везет. Смотри, забаррикадировался в доме. Боится, смотри, он просто боится. Они наверху в доме. Вот в этом доме тесленок. За этим домом еще два человека. Где-то тем временем Крош есть, терминатор. Он вообще за домом, они все в одной точке. Ты посмотри. Кроша вынесли, к сожалению. Пончик, Аза, 5 киллов, пипец. Ковид, 2 килла. За деревом прячется. Самая выгодная позиция у пацана на самом деле. Ох, блять, нет, невыгодная, вынесли. 4 в живых, 2 команды. Блэк, Пончик, Азаза, Харда, Каши и Дворох. Так, стреляются. Поставили стеночки. Зона сужается. Сужается точно так же, как и пуканы этих ребят. Обходит. Азаза, Пончик стреляют, уложат. Акаши, Азаза. Все, Акаши лежит, Дворох. Дворох с Акаши, к сожалению, умирают. И в этом раунде побеждает Пончик и Азаза. У них 8 киллов на команду в этом раунде. Наш третий раунд закончился. Сейчас мы в этой табличке будем считать очки за раунд. Буквально через 20 минут я это сделаю, и мы узнаем, кто занял первые 3 призовых места. У вас это, конечно, будет через секунду. Примерно вот. Все, ребятки. Я подсчитал итоги. Они у вас сейчас на экране. Зеленым цветом выделена команда, которая заняла первое место. Желтым цветом, которая заняла второе. И красным цветом, которая заняла третье место. Итоги подведены. Жду капитанов команд в лобби Free Fire. Вот они, прямо сейчас на ваших экранах. Капитаны команд, которые заняли первых 3 призовых места. Давайте начнем отправлять бабосы вам. Ой-ой-ой. Кому именно? Они?
Дельта, пиши свой номер Киви в чат. В чат напиши номер Киви. А ты заблюри только потом. Да, я заблюрю. Давайте, сейчас будем рассчитываться с вами. Напоминаю, за первое место 1000 рублей. За второе место 600 рублей. За третье место 300 рублей. Так, я сейчас сделаю запись с экрана, чтобы вы видели, что я реально отправляю ребятам деньги. Дельта, тебе первому. Ты пока расскажи, как ты так победил. Что у вас за тактика была с твоим тиммейтом? Ну, мы не крысили, мы в основном рашили всех. Понятно. Я тебе отправил 1000 рублей, проверяй. О, все, пришло, победил. Пришло? Все, от души, да. Отлично, поздравляю тебя с победой и первым местом, очень круто было. Так, Пончик, отправляю тебе 600 рублей. А если 700? Пончик, давай если без если. 600 рублей тебе улетели, проверяй. Спасибо, упали, бабуль. Толик, и тебе сейчас отправляют 300 рублей. Да. 300 рублей улетели тебе. Да, пришло. Все, пацаны, чё, как вам турнир в целом? Да, все противники слабые, только сильные были Дельта, все остальные абсолютно слабые, всех бы разнёс, поддались. Да вот, когда умирал 112-й кровь, я вообще радовался, мы всех расшить начали. Понятно. Ну, поздравляю вас с победой, ребята, давайте, блокадка супер, показали отличную игру, спасибо вам. Всего, да. Давай. Давайте. Ну что, ребятушки, вот и подошел к концу первый платный дуо-турнир отца Евгена. Как мне кажется, он был охрененно крутым. Если он тебе понравился, обязательно поставь лайк под этим видео и напиши в комментариях, что думаешь по этому поводу. Всех победителей поздравляю еще раз с победой, а остальных участников благодарю за участие. Не расстраивайтесь, что вы не победили. В дальнейшем, я уверен, и вам повезет. Ну а ты, братик, если хочешь принять участие в таком же платном турнире и выиграть баблишко от отца Евгена, переходи в мою группу, ссылочка на нее есть в описании, записывайся на участие, оплачивай вход и побеждай! Стоимость участия 50 рублей с человека или 100 рублей с команды. Одна команда – это 2 человека. С тобой был отец Евген и Голодные игры. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.